Я
сильную мощь. Ненаглядный мой. Слушайте, по-моему, он меня возбуждает. А вас нет? Ну ладно. Так, Гена, скажи, сколько будет 25 и 25, а? Сколько будет? 25 и 25? Ну, давайте все вместе. Сколько? 25. Правильно, 25 и 25, это будет 25. Тебе всегда будет 25. Дурень! Я правильно говорю, святой отец? Yes, of course. Подёжными ролями театра, всё ясно, а коммерческим делом вы каким-нибудь занимались? Я слышала, вы прекрасно поете, играете, морозите. Yeah.
Очинь! Сатана, что ли? Там в своих капустниках наговорят, что ли, а я должен отвечать. Послушайте, вы вызывали меня, да? Заказывайте. Если нет, то заказ я засчитаю как недействительный. Послушайте, а вы джин широкого профиля или как? Да. Ну, например, можем мы сейчас, да? Прямо сейчас заказать для нашего юбиляра талантливых режиссеров. Слушай, конечно, конечно. Прекрасных ролей. О! Замечательных партнеров. На всю его долгую творческую жизнь, а? Конечно, конечно, конечно. Ну, это все к администрации. Thank you.
счастлив. Снова рай. Тель-Авив, Израиль, апрель 99-го года. Он посвятил себя театру. 25 лет на сцене.
Работал в ТЮЗе. Сейчас здесь работает. А вообще по жизни это талантливый человек. Есть люди, которые заканчивают театральные институты, потом аспирантуру, потом ассистентуру, потом академию. И так всю жизнь учатся. А есть люди просто талантливые по жизни. Он прекрасный актер. И роль, которая, так сказать, выходит у него, и маленькая, и главная роль, она всегда запоминается. Вот последний спектакль Мирослава Матвеевича. Там не главная его роль, но как он играет. Я помню его очень много ролей в ТЮЗе. Это действительно талантливый актер. Талантливый по жизни человек. Берет баян, прекрасно играет. Поет прекрасно. А голос какой у него актерский. Очень много по радио его передач мы слышим. Какой тембр голоса. А кроме всего еще и руки золотые. То есть он может и мастерить, может и поделками заниматься. То есть талантливый человек. А когда талантливый человек актер, это очень здорово. Геннадий Геннадьевич, я поздравляю тебя сегодня с юбилеем. Выражаю тебе огромное спасибо за весь твой творческий труд. И желаю, действительно, правильно твои коллеги говорят, встреч с хорошим творческим человеком, режиссером. Встреч с актерами, с которыми ты работаешь бок о бок. Ну и, конечно, здоровья, счастья и всего самого-самого доброго. Значит, здесь приветственный адрес от Комитета по культуре и искусству. И на память вот такой фирменный кодек для того, чтобы моменты, отдельные моменты в жизни ты мог запечатлеть. Поздравляю! Ой, вот. Гет в кубе! Не понял! Что?
Га, Гонкова здесь. Ты че? Че? Григорий, Геннадий, Геннадьевич. Три Г, Г в кубе. Вон как. Что, ты же сам орал. Три Г, Г в кубе, Г в кубе. Я принесла. Подожди, сейчас. Сейчас мы на него выльем. Чего? Ушат! Чего? Ушат чего? Ушат поздравлений! Ну тогда ладно. Деда, поздравляем тебя и дарим тебе самое дорогое, что есть у человека. А самое дорогое у человека – это жизнь! И прожить его надо так, чтобы не было мучительно больно! За бесцельно прожитые годы! Самое дорогое, деда, у человека-артиста это его роли. Вот. Тут вот. Не все, правда, но очень много. Тут, например, не все роли твои, да? Вот кое-что есть, друзья, мои семьи же. Так, погоди. Кто-то еще вас что? Ой, погоди. А еще ты? Чего? Что это ж деньги, а? Слушай, погоди, неприлично как-то дарить, да? Знаешь что, это было, было неприлично, а теперь неприлично вот это вот дарить. Да? Убери вообще. Вот, Гена, до чего мы дожили, что вот рубрики стоят как тубрики. Стоят они. Да, стоят. Ладно, давайте мы лучше споем. Где-то ты нам презентовал. Товарищи, может быть, нам поможет спеть сегодня? О, есть наш товарищ, который нам поможет. Похлопаем. Правда, всего один доллар.
Посунется, да? Поэтому ты его сохрани. И он тебе останется долго. Ой. А через это долго можешь представить, сколько, не дай бог, конечно, сколько он может стоить? Конечно, не дай бог. Поэтому лучше пускай он стоит или не стоит, а пока лучше на него набегут проценты. И когда ты не проценты, ты сможешь справить свой столетний юбилей. Чем я это и в заключение мы тебя обнимаем своей дружбой. Своей, да и нашей любовью окружаем. Окружаем тебя спиртными напитками. Thank you.
своего любимого актера. 5 лет хранится уникальная запись. Запись, сделанная в Центре культуры и досуга профсоюза в 1994 году, где среди абсолютно непрофессионалов выступал один-единственный профессионал, заслуженный артист России. И он читал отрывок из рассказа Юрия Визбора «Ночь на плато». Заслуженный артист России Геннадий Григорьев. Вы часто пользуетесь такси? Такси удивился абсолютно. Часто что? А вам приходилось буксовать в такси? Нет. А мне приходилось. Вроде и впечатление езды, так? Мотор ревет, водитель скорость переключает, колеса крутятся, а стоим на месте. И счетчик тик-тик-тик-тик. Стучит себе и считает. 25 лет проехали, стоим. 29 на счетчике, колеса крутятся, стоим. 33. Пора бы в Иисус Христос в возрасте что-нибудь и придумать. Нет, стоим. И жизнь вроде идет, все колеса ее крутятся. Любовь, деньги, повышение по службе происходят. Гости на праздники приходят, с женами оглянешь за окно. Все тот же пейзаж. Надо себе честно сказать, вылезай, как купец из этой машины. Пора двигаться. Пора менять пейзаж. И кроме тебя его никто не сменит. Поставь
слышу. Кстати, скажи, дорогой мой Джим, ты заплатил налоги? Слушай, зачем на ночь такие страсти говорить? Верно, а ты заплатил налоги? Было бы с чего. Ну тогда тебе ничего не страшно. И то, что тебя выходит поздравлять налоговая полиция, предшественник на Валерия Лобедовича, прекрасно. Многоуважаемый Геннадий Геннадьевич, разрешите, позвольте мне от лица друзей из налоговой полиции получить вам этот приветственный адрес. Вы знаете, кого я не буду знать. Не буду читать, безусловно, на досуге в этот адрес. На словах пожелать вам. Значит, такой же, как говорится, бодрости духа, энергии, значит, больших творческих успехов. И чтобы на ваши спектакли был полный отшлаг. Нет, удар не подозревает, кто тебя сейчас будет поздравлять. Прекрасная женщина, вот с такими глазами. Понимаете, как две вишки. Поближе. Маэстро, музыку.
Хабаровске театр, а в нем заслуженный артист. И мы совсем не виноваты, что он справляет бенефис вместе. А мы совсем не виноваты, и громче, что он справляет бенефис. На сцену с горочки спустились, а вот он, милый наш, сидит. А приглядевшись, удивились, красив-то громкий знаменит. А приглядевшись, удивились, красив, умен и знаменит. А мы совсем не виноваты, что без него остался тюг. На ту же детскую зарплату теперь он тянет взрослый груз вместе. На ту же детскую зарплату теперь он тянет взрослый груз. И жизнь теперь сплошная драма. Он узнаваемый таким. Его за муки любят дамы, он их за сострадание к ним. Его за муки любят дамы, он и за сострадание к ним. И каждый праздник новогодний незаменимый баянист играет так же, как сегодня. А за беда готов на бис. Играет так же, как сегодня. А за беда готов на бис. И пусть его инициалы зовутся на три буквы «Г», зато к нему не прилипало, что прилипает к сапоге. Зато к нему не прилипало, заприлипает к сапоге. Твоей григорьевской улыбкой всегда встречай своих друзей. Пусть эти золотые рыбки сыграют роль в судьбе твоей. Вместе! Пусть эти золотые рыбки сыграют роль в судьбе твоей. Очаровательно. С Хабаровским педагогическим вас
связывает давнее творческое сотрудничество. А когда оно началось? Ну, скажем, да, так, лет 30 назад. Да-да, Гена, 30 лет назад вы начали проводить у нас уроки по театральной педагогике на факультете русского языка и литературы, который вы по сей день очень любите, и они отвечают вам взаимностью. А потом были наши театральные встречи в лаборатории творческой в театре юного зрителя, а еще наши конференции в самой театральной 70-й школе, помните? В детском доме номер 7 на улице Ленина, в других школах Хабаровска. Иногда вы с Яшей Гидом приходили к нам, иногда с Володей Годованцем, с Ангелиной Мультан. И всегда все, что вы делали, пели, рассказывали, провозглашали, все это было очень талантливо, очень красиво. И вот за эту вашу любовь к театру и к детям вас очень полюбили наши студенты, наши преподаватели, сотрудники. И вот сегодня в этом зале среди многочисленных поклонников вашего таланта много наших студентов, преподавателей. Между прочим, многие из них в драму ходят на вас, и вы это знаете. Так вот сегодня в этот приятный, теплый, задушевный вечер от души хочется пожелать вам новых ролей, новых спектаклях, новых аншлагов. А поскольку подготовка к вашему бенефису совпала с нашей традиционной студенческой весной 99, внимание народного артиста России Геннадия Григорьева приветствуют артисты Хабаровского педагогического. И прежде всего тройка отчаянных мексиканцев. Сейчас, здесь и только для вас.
предоставить слово нашим гостям, которые вот, вот они вовремя не показались, мы не знали, но это самые уважаемые люди на свете, это учителя, конечно. И дом учителя, как бы, он вот не обойдет вниманием Геннадия Геннадьевича. Поэтому учителя и дом учителя. Буквально минутку, а потом слово Геннадия Геннадьевича. Еще
особая, особая благодарность это моему коллективу, который вот уже почти годы меня терпит. А это не лучшие годы в моей жизни. Так что им досталось больше всех вас вместе взятых. Вот, огромное им спасибо и за участие, и за любовь, и за доброту, за дружбу. Но еще самое главное, я хотел бы поблагодарить и от коллектива, и, наверное, от всех вас, а, конечно, и от самого себя, замечательного человека, нашего заместителя директора Ирину Константиновну Панжалиди. Потому что это благодаря ее усилиям нашлось здесь столько спонсоров, а как было сказано, что без них сейчас как без воды ни туды и ни сюды. Вот, одни цветы, вот знаете, что стоят. Это же надо было на что-то купить, значит, вот это деньги появились, значит, все-таки есть деньги. И вот Ирина Константиновна как-то, вот я не знаю, где она их находит. И вот я вот отсюда, с этой трибуны высокой, хочу вот просто ей поклониться низко. Ирина Константиновна. Заслуженного артиста России Геннадия Григорьева.